Hey yo guys, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игруху под названием Borderlands. В прошлой серии мы нашли какой-то артефакт, уничтожили Годзиллу. Недорогое, надежное, легковесное оружие с очень высокой скоростью. Так, мы остановились на том, что мне нужно продать шмоточки. Какой у меня уровень? 22, ладно. Слонобойку можно, в принципе, продать, я думаю. Да, продам. Это моя снайперка, я ее оставлю. Так, что у меня здесь? Требуется класс Берсерк. Улучшает умение Берсерка Брика. Добавляет взрывной урон. В принципе, взрывной урон, мне кажется, будет намного лучше и эффективнее, но... Нет. Я не... Так, оружие, тихо. Ладно, продать. Я не такой, поэтому... Извините, я его продам. Мне с пламенем хорошо идет. Против вот солдатов именно таких жироватых. Так, пока мы поднимаемся, а когда я в таком виде, мне нельзя атаковать. Хорошо. Деньги. Что мне по деньгам? 80 кусков. Две миссии осталось. Сюжетки, замечу, нету. Нету сюжетки. Почему? О. Бля. Короче, я запущу заново запись, когда она приедет. Да, она приехала, все. Как я упал? Надо было мне посмотреть и застрять в текстуре. GG. Ладно, все. Просто им смертно. Нахера нам надо. Лишний раз вот это мается. А так я мог просто спрыгнуть вниз. Лифты. Так, поехали, ладно. Так, сюда и на выезд. Окей. Жалко, что здесь нельзя метки ставить, чтобы показывал типа курсор. Ой, ребят, короче, идите в страху. Не хочу на вас тратить время свое, драгоценное. А вас что, высадили? Ребят, что вы тут делаете? Вас что, рили высадили? Так, я не понимаю вот эти трассы. Доезжать куда-то. Ай, долгие покатушки. Так, это где мы это убивали, хорошо. Стрелочки мне показывают все туда. Прежде чем я туда поеду, мне нужно сюда зайти внутрь. Чтобы зайти внутрь, мне нужно забраться наверх. Логично? Логично. А, нет, просто открыть дверь, но я вижу сундучок. Поэтому мы все равно полетим наверх. Что за хуйня? А, там двери были открыты. Кровопийцы какие-то. Короче, это вампиры, походу, местные. Убивать их я буду в рукопашную, но сначала сундук. Так, базука мне нужна. Базука на АВП меняем. Серьезно? Серьезно? Я вас понял. А, так, сюда. Так, это сюда. Ебать!
Привет. Ня. Ня. Они как дикие кошаки. Голодные дикие кошаки. А иди ты в страху, где ты? Скифак ползун. Этот куда-то туда залетел. Да, вам не повезло, ребята. Так, денежка. Все, больше тут ничего нету. Я сюда спустился вниз, чтобы... Ну ладно, денежка хотя бы. Хотя бы что-то. Главное отличие оружия Джейкобса — убойная сила. А если честно, что еще нам нужно? Убойная сила, говоришь? Так, нам сейчас надо с вами посмотреть последнюю миссию здесь. Это сразу здесь у нас рядышком. Да? Вот здесь. А! Серьезно? Подави волки. Я буду просто давить их. Ого. Я ж могу здесь ездить, да, просто кататься, да, скорее всего. Так, там платформа для полета, мы поедем сюда. Мне все равно, я просто их давлю, да и все. Только они какие-то плотные, что ли. Почему они такие долгие? Вы что, вылазить быстрее не можете? Мать. Мне их еще 50 штук надо. Ну. Бегут, 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 бегут. Так, ну, в принципе, можно их подавить. Короче, давайте я продолжу, когда я уже с этим всем справлюсь, и поедем отсюда. Так, все. Разрываю этих последних и едем отсюда. О, как раз и миссию выполнил. Механический убийца. Так, ладно, ускоримся. Все, да, мне ж по идее все нужно в одну точку сдавать. И, скорее всего, это все в одной точке будет сдаваться именно у доски объявления. Я не знаю, либо может... Так, а теперь как отсюда выбраться? Если что, вот эти черные жуки, они могут летать. Мелкие, коричневые такие, они могут прыгать. Также есть два вида их еще. Это типа взрывные, которые типа красные, и кислотные, типа зелененькие. Также есть и гигантские виды этих же насекомых. То... Это не все, на что они способны. Так, я годный, короче, этот подобрал себе. Я хотел сказать читик. Гранату. У меня на 42 это как раз на... Ну, блин. Экипировка цены. Так, мина взрывается при... А, при... когда враг приближается, окей.
Так, рыцари дорог. Новый уровень. Так, новый уровень. Что у нас нам дали? У одной из сторон обязательно есть преимущество. Сделайте снайперка. Так, чтобы оно было у вас. Ого, со штыком. Продать. Множитель 3, а здесь просто 416. Ну, здесь один снаряд, а здесь 3 снаряда. Так, скорострельность и оптический прицел есть. Скорострельность, повреждение минус. Продаю, ладно. Так, продать, 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 щитик продать. В принципе, снайперку можно тоже продать. Мне нужен один уровень всего лишь. Пускай будет. Да, продам. Так, проапнуться. Ага. Так, снижение на 20 секунд. Ой, так тут нужно 5 уровней? Серьезно? Хо. Окей. А восстановление здоровья. Начну этот, короче, качать, потому что этот. Ладно, разберемся. По ходу игры разберемся. Так, ни одно задание осталось. Да, я сразу выполнил все. Это получается у нас будет боссик. Скорее всего. Да, знаю я этого чокнутого Мэла. Это он крадет мои бегунки и передает их в руки тех засранцев. Передай ему привет от скутера. То есть, как следует, выбей из него все дерьмо. Лады? Ну, лады, без проблем. Так. А хорошая ли эта идея? Поехали. Мелких посрать. Так, машина ломается. От нас не скрыться! Хера тебе! Так, еду задом. Чини машину. Передом меня словят. Да, брик против машины ничто. И теперь я буду терять по 7 кусков. Как замечательно. Порулили. Покатили, покатили. А покатили. Я попробую теперь тоже. А я могу отсюда просто простреливать их, да и все. Ты где? А! А
кого сейчас кулаками взорвут. Брось! Все. Ура, ядреного! Безумный Майл помер, пусть земля будет пухом этой мерзкой рожи. А тебе таки удалось кое-чему научиться. Заходи ко мне в лавку, когда будешь в новой гавани. Будет приятно лично с тобой познакомиться. Иду. Новая лавка. New Heaven. Только главное, чтобы они за мной не пошли. Так, а теперь у меня вопрос, куда идти. Туда, да? Вниз. Там у меня закрыто, да, получается, будет. Все, мы закончили. Локацию мыс Даль. Или Даль мыс, как правильней. Не знаю, брать с собой ли машину. Эй, давайте поехали, возьмем. Дружище! Поехали уже! Поехали, поехали. Мы получили доказательство гибели безумного Мэла. Железяки будут в восторге. Пожалуйста, подождите. Я открою доступ в новую гавань. Так, сколько мне перезарядка КТ теперь? Пишут, 60 секунд было. Уменьшил на 30 секунд. Это на максимум, то есть 3 секунды перезарядка. Хорош. Так, New Haven. Да? Новая гавань. Причем, когда я делаю действие, FPS падает именно на съемке. Здесь у нас живут машины. Бля. Выбирай по вкусу. Давай рванем. Создать машину телепорт. Порубили, порубили. Так. Нет, ладно, сначала едем в город по заданию. По заданию. Хочу сообщить вам, что я приняла решение, которое вам, скорее всего, не понравится. Будучи администратором новой гавани, я несу ответственность за благополучие местных жителей. А это означает, что на какое-то время мне придется закрыть дорогу к убежищу. В соляных равнинах расположился барон Флинт со своими бандитами и адскими машинами. А я не хочу, чтобы мирные граждане погибали при попытке пройти мимо них. Слушайте меня, болотные жители. Опуская детали, которые могут смутить многих из вас, я сразу перейду к выводу. Существование хранилища более чем вероятно. В дополнение к этому факту, который, наверное, прожжет дыру в ваших мозгах, скажу, что хранилище можно открыть только раз в 2 столетия. И это время на подходе. Типа полезная инфа. О, здорово! Как дела? Скутер просил передать, что у него есть кое-что такое, о чем он хотел вас попросить. Лучше вам с ним лично поговорить. Здравствуйте. На панели наград в новой гавани доступны новые... До скорой встречи. Так, это у меня что? Генератор в западных воротах. Генератор. Генератор. Где-то находится. Хорошо выполним, как раз обследую местность. Аптечка, да, легкая. Только будет затирать место, конечно, ее в скором времени выкину. Почему бы нет? Так, на здание это, да, нужно залезть. Я уже придумал как. Или еще не придумал. План номер 2. Оп. Так, стопэ. Написано здесь, так? Ну, типа, или внизу это?
Не стесняйся. Выбери себе машину. Отправляемся в путь. Черт, терпеть не могу это место. Привет, дружище. Нужно что-нибудь? Объясни мне что-то. Говорят, ты ищешь хранилище. Допустим, это не полный бред, и оно существует. Что ты будешь... Да ничего не буду делать. Бэдлендс? Рилли? Сделать сокровищами. Здесь все равно ничего нет, кроме грязи, оружия. Ты хочешь, чтобы я вернулся в самое начало? Ариб. Приветствую еще раз. На этом пока все. Подожди. Хранилище. Генератор спас, возле скаутера включен. Блять, так не говорите, что мне нужно опять лезть наверх. О, не. Нормально, все нормально. Глупые побегушки. Так, еще один сундук. Я. Тихо. Не падать. В основном снайперки теперь мне дают. Так, стоять. Стоит ли мне вообще сюда лезть? Сука. И ответ нет, не стоило. Ладно, не беда. У меня еще есть генератор здесь. Так где-то здесь я робота слышал. Так, щит, ладно, заберу. Где там стреляют? Слышь, Тейр, страх, где ты? А, нашел. Зет, ты тут? Привет. Если что понадобится, обращайся. Вероятно. До сих пор сюда прибывают. Нужна помощь? Нет? Ну ладно. Ура! Да нет никакого хранилища. Так, ремонтный набор. Доска объявления. Ремонтный набор. Так. Ребят, у вас энергоблока тут нету нигде. А, мне за город нужно идти. Ладно, тихо. Ля, спасите железяку. Набор, ищем набор. Потом делаем все остальное. Сначала ищем набор для железяки. Так, он за этим зданием. Пойдем через крышу. Так, сюда. Нихера. Сюда, нихера. Чем могу помочь? Да ни с чем. В мусорке. Бля. Как он надоел застревать во всем. Чел, мне нужно. Черт, терпеть не могу это место. Так, съебуй. Опа, нашел. Оп. Денежки. Так. Робот, 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 где ты там? Так, вот он. Увеличим рюкзачок с собой. Ха-ха. Привет, незнакомец. Так, следующее задание энерго... Да, пожалуйста. Для людей. Подожди. Ари Бэдлендс. Я, по-моему, там был. А, ТК, ты имеешь в виду этого посетить? А, Тетанус Вайлрал. Вот это еще не было. Ладно. Пойдем
пойдем чинить свет людям. Я не понимаю, у меня есть здесь миссия или нету. Ну это нет у меня здесь миссий активных, ну именно, которые можно взять. Ладно, идемте из города. Можно найти так. А, у меня же будет на 24-м, это значит скоро. Ладно, будем бежать здесь, смотреть по сторонам, может что-то еще найдем. Так, генератор. Ага, хорошо. Здесь сразу все моменты, да, как я понял. Так. У тебя здесь наверху, походу. Генератор. Так. ТНК идет сюда. Так, далее. Опа, оружейник. Токсик. Огнеметик. Опа, ништяк. И чё? Ладно. Заберемся по-другому. Так, колеса есть, есть. Так. Оп. Тихо. Херня. Оптический прицел. Ну, тут заряд у меня получается X4. Забрать, ладно. Пускай лежит. Лаз-генератор. Вот он. Так, подобрать. Здесь ничего. Фух, как же все тут долго происходит. Так, зайти к ней, получается, это задание сюжетное. Взять новое задание и, наверное, выполнить. Надеюсь, тебе удается избегать всяких подозрительных. Скутер просил передать, что у него есть кое-что такое, о чем он хотел вас попросить. Эй, лучше вам здесь с ним можно лично подобрать поговорить. Тебе машину. О. Здравствуйте. На панели наград в новой гавани доступны новые задания. Смотри и береги себя. Хорошо. Доски объявлений, то есть еще задания вместо этих. Блять, мне придется задание сдать в одном месте. Окей. Раста. Раста это у нас другая локация. Рибенд. Я не знаю. Бэдленд. Серьезно, возвращаться обратно. Ради чего? Стоит ли? Ну, а давайте я сейчас, короче, вернусь. Поэтому я останавливаю запись, беру машину и отправляюсь туда. Так, сначала. Эк. Вот я глупый. Я, короче, вспомнил. Мы же с вами активировали херь, чтобы открывать порталы. Поэтому я сейчас поеду к самой первой портальной хере, которую можно найти. И мы просто туда телепортнемся, и все. И меньше мороки мне. Так, или я, по-моему, уже не туда зашел. Да, я уже не туда зашел. Так, мне нужно было... Куда? Я уже не помню. Арибы, я помню. Ариб Бэдлендс, да, вот это? Файрстоун? Или нет? Да. Самое начало. О, косточки хрустнули. Враги аж, по идее, вместе со мной увеличится, по-моему. Уровнем. Или нет? И да.
буду, короче, теперь использовать просто вот эти телепорты, это и все. Не морочиться. Так, стоп, сначала я пойду ТХ-бахи. Скутер говорит, хватит бродить пешком. Порубили. Как говорил мой папаша, колеса завсегда лучше каблуков. Так, братан. Слышишь, твой сын, короче, решил сказать, чтоб я тебя проведал. Чел, как так получилось? Ладно. Значит, не зря я решил все-таки съездить сюда. Так, ну, с одним заданием я справился. Так, теперь нужно... Я люблю убивать. А, вы типа мне тут еще и ловушку строили. Прикольно. Не, нужно машину менять. Именно система ракетная. Такси плюс! Система ракетниц именно хороша для этих машин вражеских. Но не для покатушек. А идите быстро, потихая. Нитро вырубить. Так, поехали. Так, на каком моменте мне поворачивать? Сейчас мне нужно съездить будет сейчас вниз. Спрыгнуть. Так, еще один раз спрыгнет. Ехать ровно, сюда прямо, до поворота. Поворот имеется в виду сюда, да? Так, отсюда мне нужно съехать наверх, и все. Все же что-то будет, да? Что происходит? Что за фаерболы? Бай. Теперь я понял, что за морд. А как мне его грохнуть? Ебануться, оно вообще его не прошивает. Зря я продал, кажется, свою слонобойку. Пиздец. У меня есть хотя бы что-то против него. Ну, попытаемся. По крайней мере. Тихо. Он меня просто так вот мне даже выйти не дает. Попал, проверяйте. Нет. Здесь можно подобрать тебе машину! Можно даже раскрасить. Поехали уже. Так, я понял то, что он от меня отвалил, но все же.
Я не могу даже на него нацелиться. Чё за черт? Нужно забраться мне повыше, что ли? Бля, я не могу нацелиться на него. Так, лети. Блять, короче. Бать, попал. Так, окей. Допустим. Так, у меня все равно урона не хватает, чтобы его убить. Сука. Марок убит. Способ есть против Рилли, как его убить? Электрошокер помогает. Как вариант, кислоту можно попробовать. Так, стоять, ладно. Опа, у меня освободилось место, оказывается, для этого. Взрывные патроны, да, это у меня или нет? Нет. Так, стоять. 210. Ракетница пускай стоит здесь. Или лучше там пускай лишь стоит другая ружка. Так. Окей, да. На, так, стопы. Щит взять. И все. Хорошо, нужно другое оружие. 210. Так, это у меня была молния, да? Попытаемся взрывом ёбнуть эту макаку. Хорошо, прицел хуёвый, но... Вот где у нас живут машины. Я нихуя не вижу за взрывом. Походу я сейчас буду очень долго мучиться здесь. То, что ты его и хуй попадешь, и не пробьешь. Хотя... Взрывные, походу, его выносят. Да, смотрите. Что-то да наносит.
Так, тихо. Ладно, пока хились. Так, хил закончился, все. Хил восстанавливается, но не хил, а броня, и мы снова выходим, мутузим ее. Матер какую. Пошел нахуй. Тихо. Восстановление. Хорошо. Перезаряжаюсь, и это, походу, будет последний мой выход на него. Дурная башка! Нихера себе он! А теперь я думаю, почему я его наношу так мало? Так это громадина такая. Пизди. Снайперка это хорошая, буду с ней ходить. Взрывный урон как раз разносит врагов, по сути. Дополнительный урон идет от самой атаки. Ё-моё. И мужичка убили. Кислотные кристаллы опять собирать. Король убит. Пойдем теперь в эти, в титановые Вейрон пещеры. А ну-ка. Так, это у нас новая гавань, да? Либо это район Столбняк, либо это западные ржавые земли. Раз Commons West, это скорее всего ржавые эти. Значит, у нас будет район Столбняков. Ух, ёбаный стыд. Так, хорошо. Ближайший телепорт у нас. Еще что-то там. Если то тоже задание, я их брать не буду, я сразу иду дальше. Я не собираюсь выполнять здесь миссии. Либо здесь можно тоже сдавать эти миссии. Как вариант. Здесь на повороте, да? Чего? Тут ничего нету. Ладно, минус время. Видосик где-то длится 42 минуты, если не больше. Ладно, не суть, потому что я уже сейчас приеду. Мы отправимся в наш город, Нью-Хейвен, и на этом закончим. 310 множитель урона от взрывов. Хорош, ладно. Нью-Хейвен. Так, стоит Нью-Хейвен, вот он. Ну что, пока я загружаюсь, давайте с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ставьте лайки, я говорю. Ай, не суть. Ладно. Всем удачи, до новых встреч, друзья. И пока.